Добрий вечір, шановні друзі. Моя сьогоднішня співрозмовниця була однією з найвродливіших радянських кіноактрис, але згодом пережила кілька особистих трагедій і на знімальному майданчику більше не з'являлася. Сьогодні у нас в гостях секс символ радянського кіно Наталя Кустинська. Наталя Ніколайна, добрий день. Добрий день. Спасибо, що ви нас приймаєте. Я знаю, что с 14 лет за вами уже ходила толпа кавалеров, и французы называли вас русской Брижит Бордо. Да. Откуда вот, вот такая портрет? Откуда из вот такая Парижа. необыкновенная красота? Вот скажите, это гены, это мама с папой? Это мама. Папа у меня просто князь, дворянин, а мама необыкновенная красавица. Необыкновенная красавица была. Когда вы осознали свою красоту, когда вы поняли, что вы красивая девочка? Вы знаете, Дмитрий, я никогда об этом не задумывался. Никогда. Так как около меня ну, было все, в общем, что как-то мне было необходимо в жизни. И роскошная семья, и люди, которые у нас бывали, все и Шульженко, и Русланова, и ну, все эстрадные крупные, и Райкин. Всех я знала. С грандиозные детства. были люди. Даже Козин. Даже Козин. Даже Козин был у нас, да. Тогда я была совсем маленькая. Он подарил мне маленький патефончик со своими пластинками. Грандиозные были люди, личности. Да. Вы знаете, грандиозные личности. Мне очень жаль, у меня какой-то был день рождения, и они все были. И они все написали каждый свое пожелание мне. Это было очень интересно. Но потерял я этот альбом в связи со своими переездами. Ваш первый муж, режиссер Юрий Челюкин, практически вас не снимал. Тогда все-таки, да и сейчас было принято, раз жена актриса, муж режиссер, ну сам Бог велел, и Александра Варлова, и многие-многие другие. Даже в своем знаковом, самом знаковом фильме «Девчата» он, казалось бы, должен был вам дать главную роль, да не дал. Почему? Вы знаете, я очень хотела эту роль играть. Очень хотела то, что Надя Румянцева угу. сыграла. Но она прекрасно сыграла эту роль. Я, наверное, так бы даже и не сыграла. Вы У вас внешность более аристократическая, наверное. Ну, сказали ему, его были худруки Райзман и Ром, да. и они сказали, Юра, ну куда же Наташе быть поварихой? Ну, не может она просто эту роль не подходит. Пускай она играет Анфису. Он мне предлагал Анфису. Ну нет, я хотела вот только ту и уже от Анфисы я отказалась. Вы на него не обижались, что он вот не дает вам главные роли? А каких вот при мне он снимал девчата только? Я обижалась не за то, что он не дает мне главные роли там вот в девчатах, а Потому что он обещал. Он сказал мне, что я даже этот фильм снимать не буду. Если обещал, не будешь. когда женился? Потом уже. Да. Женился, да, но потом уже. Он сказал: Я даже этот фильм снимать не буду, потому что если не будешь, там ты. Возьму другой сценарий какой-нибудь. А потом я совершенно от других людей узнала, что, оказывается, он уже снимает его. Вас называли самой красивой актрисой советского кино. А ваш первый муж понимал, что он живет с самой красивой актрисой? Да, понимал и говорил мне даже что не хочу. ему говорили, Юра, давай напишем специальные такие сценарии для Наташи с ее походкой, с ее прической, с ее манерой говорить. А у зачем? Мне нужна такая жена, которая будет актриса номер один на стране. Мне такая не нужна. Он нервничал, когда я снималась, и нервничал, когда вот в 3 плюс 2 он посмотрел материал. Он ревновал вас вообще к мужчинам, к кинематографу, к другим режиссерам? Ревновал. И его можно понять, правда? Не знаю, он мне говорил, что ты покупаешь какие-то красивые вещи. Да ты в тулупе должна ходить. Вот ты в тулупе пойдешь, потому что этими вещами отвлекаешь от своего лица. А если ты в тулупе будешь то все внимание будет на твое лицо. «Три плюс два» Жариков, Нилов, Миронов, Вы и Фатеева. Звездный фильм Аганесяна, режиссера Аганесяна, который сделал всех суперзвездами, вас узнал весь Советский Союз. И не только. И не только. Это была настоящая слава? Да. Вы знаете, была слава... Ну и у нас, конечно, здесь и за границей очень большой успех имел этот фильм. Они говорили, мы смотрим как будто не советский фильм, а как будто какой-то американский фильм мы смотрим. Все красивые, все они отдыхают, любят друг друга. И никто не говорит ни о, какой ни о каких делах, о планах, ни о, да, о, планах о работе. Этого ничего нет. Ну, имел успех большой фильм. А действительно не советский фильм, в этом секрет его, наверное, успеха, правда? Наверное, он до сих пор нравится всем. Mm -hmm. Вы знаете, даже вот на нашем телевидении там брали у меня интервью, и потом это Кто у нас ведет человек и закон? Ну, есть такая программа, да. Да, 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 да. Вот она говорит: у нас три плюс два в доме всегда. Когда у нас плохое настроение в доме, я всегда мужу говорю: ставь три плюс два. Я думаю, вот эта атмосфера легкости, веселья, какой-то бесшабашности, которая была на экране, она перенеслась и в жизнь. Я читал, что Андрей Миронов был влюблен и в Фатееву, с которой он там начал жить на съемках, и в вас. Нет, в меня он не был влюблен, Андрей. Я с ним была знакома с четырех лет, вы знаете. <laughs> потому что его брали на концерты родители, и меня брали. И мы с ним очень часто стояли за кулисами. Вот с такого возраста. И поэтому мы... Он, в Фатееве он был влюблен, а меня нет. Просто он мне говорил, почему я тебе не нравлюсь. Вот почему всем я нравлюсь, а там действительно сколько было женщин. Что вы ему ответили? Я сказала, ну, Андрей, ну, ты мне нравишься, но как приятель, как друг. Ну, в смысле, как мужчина нет. Но он поухаживать пытался за вами? Да нет. Нет. Татьяна Егорова, которая написала книгу об Андрее Миронове, Пишет, что любовь Андрея Миронова к Фатеевой была сумасшедшей, а вот любовь Фатеевой к Миронову была ли она? А была ли она? Она его любила действительно? Думаю, что нет. Думаю, что нет. Она очень легко с ним рассталась, во-первых. Рассталась это она с ним, а не он. Ну и потом. Ну, она такой человек вообще. Наташа, она такой человек, что она, ну, прохладная она не была у нее. А потом для Наташи самое главное в жизни вообще, это ну, иметь большое благополучие во всем, чтобы какое-то материальное было высокое у нее состояние. Поэтому для нее это не главное было, Андрей, понимаете. Вон-то мальчик еще был рядом с ней, она же старше нас, они с Ниловым угу. старше нас были все. По сюжету Жариков был в вас влюблен по сюжету фильма, а да. в жизни это перенеслось на. Да было у меня влюблен, но мне он не нравился тоже. Мне никто там не нравился. Почему Жариков красивый мужчина был интересным? Нет. Нет? Мне не нравится. Мне вообще никогда у меня не интересовал Жариков. У меня были мужчины которые ну, были очень значительны в жизни. И успешны. И успешные, и значительные, и красивые, кстати. Ну, а Жариков я и не считаю, что он такой красивый. А что такое мужская красота, на ваш взгляд? Мужская красота... Какой мужчина красивый? Ну, вот я считаю, что Егоров был красивый. Егоров был красивый мужественный, умный, талантливый во всем. И он был мастер спорта и по подводному плаванию, и по горным лыжам. И, ну, он был вообще как интересен очень. И красив был. И внутренне интересен. Правильно? И внутренне очень интересен. Высокий, статный, стройный. Но Жариков что-то... Нет, это... это, не мой вариант. Вы абсолютно. заговорили о Егорове. Этот любовный треугольник Фатеева, космонавт Советского Союза номер 9, Борис Егоров и Наталья Кустинская обсуждала вся страна. Да. Вы сказали, мужа у Фатеева я не уводила, он сам ушел. Так ну, действительно вот его было? можно увести, как вы думаете? Ну вот вас можно увести. Такой красивой женщине можно. Все можно. Нет, я, я его не уводила. Он, он просто поселился у меня на лестнице. Хоть я была замужем. Он жил три дня у меня на лестнице. У вас была хорошая лестница, наверное. Да нет, не очень. Ничего, такая средняя. Жил там и через каждые 15-10 минут круглосуточно звонил в дверь. А я была тогда замужем. А муж что? Муж открывал дверь в Боре. Но это пока еще моя квартира. Ну, не надо сюда ходить все время. Потом я, чтобы как-то это все убрать, я улетела в Минск. Я снималась там тогда это Снегурочка, но она называлась Весенняя сказка. Я улетела туда, он прилетел туда, сразу за мной следом. Я приехала в Москву, уехала. Тогда у меня были концерты с Вицином творческие. Я с ним ездила. Десять лет мы ездили с Георгием Михайловичем. Да чудесный был человек. Чудесный, изумительный. Это вторые мои родители вообще были, вы знаете. Уехали во Львов мы с ним. И музыканты. Три музыканта у нас с ним было. Ну, у нас так с ним было первое отделение. Я, Второе отделение он и совместно играли еще сценки. И он каждый день, Борис, после работы прилетал туда, во Львов, каждый вечер. Рано утром улетал на работу. Он уже не жил с Фатеевой к тому Нет, времени. А он ушел сразу. Почему они расстались? Он говорил вам? Говорил. Он говорил, что страшно ошибся. Страшно ошибся. Потому что она очень долго его добивалась. Она его добивалась где-то год. Он же женат был. У него ребенок был маленький, полтора года. А она добивалась его и хотела, конечно, выйти из него замуж. Ну, тогда было для космонавта это очень сложно. Да, там все восстали против него. Это правда, что она с подругой, какой-то актрисой, жила буквально напротив дома, где жил Егоров, и всячески пыталась попасться ему на глаза? Нет, это на дачу они ездили, где он жил на даче. Они ездили на дачу. С кем? И, э, с, с, с Линой, с Кирдой. Ну, теперь она Пырева стала потом. Она, Лина, умная такая очень. Лина, она не ошибется ни в чем. Ну, раз она так могла выйти замуж за Пырева, хотя он любил Безумно Марченко, и вышла замуж за Стриженова. Ну, это, умная вообще, умная. Вот некрасивая, но умная. Так что видите. И у Фадеевой же был роман с Даном Спотару, насколько я знаю, да? Это когда она уже вышла замуж за Борю. То есть при нем. Да, при нем. Он это знал? Он узнал, как он так доказал. он знал точно, не знал. Он прилетел, она снималась в Ленинграде, и он, а у него там филиал института. Он туда прилетел. И она, он говорит, так меня встретила. Такая была со мной безумно нежная, такая, ну, такая внимательная и была роскошная ночь у нас с ней. А потом, говорит, он днем уехал. Ну, забыл там бумаги. И когда он вернулся обратно туда, в гостиницу, то она уже была со спитару. Кошмар. Да, конечно. Для такого человека кошмар. Ну, он ошибся не, не в том, что она была со спитаром, он мне говорил, он говорил ошибся, что вот она была такая внимательная ко мне, принимала моих друзей. А когда я на ней женился, все, что никому сюда ходить не надо, угу. всякую грязь носят сюда, и, ну, другая стала совершенно, другой человек. Я, говорит, ее не узнавал, пусть как будто я женился на другой женщине абсолютно. Как он вас добился, вашего расположения? Ну вот, не, не отпускал меня никуда от себя. Вот, ну, был все время... Вот, Я-то все время в разъездах фактически, а он везде около меня. А он вам нравился уже к Нравился. Тому Вы нравился. же его знали наверняка и как мужа Фатеевой, правильно? Она меня с ним не знакомила. Не знакомила? Нет. Мы встречались в домике. Ну, хоть мы жили тогда напротив. У нас дома были напротив. Мы встречались в Доме кино, я была с Олегом, со своим вторым мужем, а она была с Борей. Ну, не знакомлю. А он говорит, потом он мне рассказывал уже. Он говорит, я ей как-то сказал, знаешь, Наташа, вообще-то совсем не в моем вкусе. Абсолютно. Ну, ты такая вот пионер вожатая, какая-то. Правильная. да, такая правильная. Мне другие женщины нравятся. Она говорит, ну, какие тебе нравятся? Он говорит, ну, например, мне от Кустинской нравится. Он ей сказал. Может быть, она это чувствовала, поэтому интуиция все-таки у женщины же есть, поэтому не знакомила. А мне он, конечно, нравился. А я вам даже сказать, Дмитрий, я даже не знаю такой женщины, кому он не нравился. С ним вообще нельзя было никуда появляться, потому что всем он нравился. Вы жили с ним как в раю. По вашему признанию, в чем да. это заключалось? Во всем. Абсолютно во всем. Во-первых, все-таки мы прожили 20 лет, и мы очень любили друг друга. Очень любили друг друга. Он даже нигде, даже в доме кино, он никогда не сидел со мной просто рядом. Он всегда меня обнимал. Всегда. И руку держал в руке, да? И руку держал, и обнимал другой рукой. Когда он улетал, особенно в Америку, он очень часто летал, он каждый день звонил мне по пять раз из Америки. Каждый день он мне звонил. То он из самолета звонит. Но ему, наверное, бесплатно там соединяли, конечно. То он с самолета, то он с прохода, то он из ресторана, все время как, ну, как у нас дела, как мы вообще все тут. В-третьих, он абсолютно ничего для меня не жалел. Ничего. Вот он уезжал, он приезжал, он даже себе не покупал э -э 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 сигарет. Хотя он любил очень американские, он много курил и любил американские сигареты. Он привозил все только мне и сыну Митьке. Вещи, парфюмерию, да? Да. Вещи, косметику, духи, обувь, и все, причем такое, что мне очень все подходило. То есть у него и вкус был хороший? Да, у него очень хороший вкус. Затем он вместе со мной прорабатывал все мои роли мы с ним часов до трех ночи мы до трех где-то ночи с ним до четырех переделывали тексты переписывали и потом я настаивала все-таки что я играла вот так как вот мы с ним решили а не так как было написано затем я же в общем человек музыки я кончила гнесинскую десятилетку по классу рояля. И он обожал музыку и понимал ее. Вот он что еще привозил всегда, это потрясающие пластинки. Причем такие пластинки потрясающие именно, именно пластинки с очень хорошим вкусом. С очень... Были такие пластинки «Музыка», «Плеск моря». Такие пластинки, ну, необыкновенные, понимаете. У него вот ну, мне с ним было интересно, бесконечно интересно во всем. Просто Вы, говорят, всем. жили в какой-то чудо-квартире. Да. Что это за квартира была? Квартира была по тем временам. Да, это здесь рядом, через переулок. Сейчас у меня вспольный, там был Спиридонский переулок. Угу. Квартира была 150 метров, боре. Всегда стремился, чтобы была одна комната очень большая. Поэтому гостиная была 60 метров. По тем временам? По тем временам, да, чудесно. Затем, вы знаете, совершенно случайно получилось. Мы с ним ехали, и комиссионный мебельный магазин. Он говорит, давай заедем, Наташа. Я говорю, да ну я говорю, ну что там вообще мы можем? А нам нужно уже было мебель покупать. Он говорит, ну, говорит, ну давай зайдем. Я говорю, ну давай. Зашли, лежала дворцовая, французская дворцовая золотая мебель, но она лежала понимаете, она была сломана. Ножки сломаны там, у стола не было. Потом уже он поехал, мрамор заказал туда к столу. Купили и реконструировали, да? Да. Все покрасили ее. Это такая была роскошь. А я еще увлеклась очень зеркалами. Такие зер... Там высокие потолки были, зеркала такие, ну, до 4,5 с половиной метра, в этих золотых рамах, роскошные. Боря еще после Америки, конечно, бассейн построил там. В квартире? В квартире у нас бассейн? был бассейн. Да. В квартире, в ванне у нас был бассейн. Со ступенечками такой, мраморный. И сделал мне, чтобы я загорал этот... Солярий. Солярий, да. То есть мы с ним вместе, как-то вместе все обдумали. Елеан Семенов пришел к нам и говорит, ребята, я такой квартиры в Москве не видел ни у кого вообще. Как же такая у вас квартира, как же вы так вообще? Это правда, что Егоров просил вас спать в парике и в гриме? Да. А почему? Вы знаете, ему он вообще очень любил красоту во всем. Понимаете, Но ну, все... вы без парика и без грима были красивы. Это понятно. Ну, ему хотелось, чтобы вот какая-то ночь была, ну такая необыкновенная, что какие-то он мне оттуда привозил всякие эти чулки на этих резинках всех цветов, абсолютно золотые, серебряные, у меня были все, ну белье шикарное и. Вот ему нравилось. Но это, правда, меня хватило только ночи на две. Наверное, потом я сказала, будь я говорю, я больше не могу. Потому что мне утром идти в театр на репетицию. Я играла несколько спектаклей в театре, причем главной роли мне надо репетировать. Потом днем у меня съемка, а вечером, если еще концерт, то ну, когда мне, чтобы отдыхала? Кожи лицо. Нужно, он, чтобы... он, я знаю, дружил с космонавтом Комаровым, который трагически погиб и сильно переживал его смерть. Что это была за история? Ну, сказать, что он очень дружил, этого не было. Это потом уже сын Фатеевой написал в следующем журнале В караване истории. Uh -huh. Мне это рассказывали. я это не читала сама. Нет. Э как они вместе летали, во-первых? Они же летали. Феоктистов, Комаров, Первый полет Комарова. Да, первый полет. Конечно, он очень переживал, что погиб Комаров, очень переживал. Но он, он вообще очень хорошо относился ко всем ребятам, он очень Гагарина любил. Но когда он женился на Фатеевой, его везде понизили. Везде и в должности, и в, воинской, и в этом в воинском звании. Его понизили везде. Гагарин был жив, когда вы стали с Егоровым нет, жить? Уже нет, уже нет, нет. А когда он женился на мне, у него наоборот пошло такое повышение во всем, во всем. Он и в звании получал ордена, без конца мы все обмывали эти ордена. Потом у него был, ну, такой, я даже вам не могу сказать, у него самый, в общем, самый его лучший друг, это был у него Юра Сенкевич. Они очень дружили с Сенкевичем всю жизнь вообще, с молодости. У них даже в один день родилась у Юры дочка от первой жены, потом Юра, на него оба разошлись, вот как ясно, стало. А у Бори сын в один день. Они в одном доме жили, и в один день родились у них дети. Дружили они очень. И Юра был его постоянным другом. Только вот они к концу жизни как-то разошлись немножко. Но Юра, я он меня очень тронул тоже, когда Боря умер. У Юры был инфаркт, но он из больницы приехал с инфарктом. Привез ему огромный, там за ним принесли корзину. От чего Борис Егоров умер? Вы знаете, до сих пор неизвестно. Точно. Он сидел на переговорах. Он вообще, он же женился после меня. И, конечно, это, ну, это не его вообще был совершенно. Опять ошибся. Ужасно причем. Ужасно. Мне просто его жалко, честно. И он на похоронах уже это говорил ли космонавты, что он во дворе устроил фирму себе. У, у них там особнячки такие. В каждом доме по две семьи живет, двухэтажные. И он переселился на фирму. Он дома уже не жил в последнее время. Он жил вот у себя на работе. Выступал этот э, Леонов угу. и сказал, что тут вот я иду в 4 утра, в 5 утра иду домой, а у Бори горит свет. Он сидит, не спит там, на фирме у себя. Наталья Николаевна, я вам задам непростой вопрос. Вы до сих пор Бориса Егорова любите? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Во всяком случае, я его любила больше всех своих мужей. И до сих пор я сравниваю его со всеми. Шановные друзья, сегодня у нас в гостях была секс-символ радянского кино Наталья Кустинская.